Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти. Визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса в Минск станет началом нового периода в двусторонних отношениях, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей. Экономика – приоритетное направление белорусско-литовского сотрудничества. Сегодня на переговорах обсудили также технические возможности поставок газа. Мы готовы как бы продолжать вот эту практику поставок нефти, альтернативных поставок, которые некоторые уже такие пилотные проекты проходили, но мы можем обсуждать более постоянный процесс. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности и альтернативных поставок газа. Литовская сторона выразила готовность оказать экспертную помощь для вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Как отметила Линас Линкевичус, сегодня более 600 компаний с литовским капиталом работает в Беларуси. Растет и уровень наших инвестиций в Литве. Однако потенциал экономического сотрудничества необходимо наращивать. В том числе и в объемах загрузки Клайпедского порта. Сейчас более 30% формируют именно белорусские грузы. Весь спектр вопросов планируется обсудить в мае в рамках Международного белорусско-литовского экономического форума в Клайпеде.